Дорогой зритель, я очень постарался напрячь всю свою многострадальную голову, чтобы сделать это видео для тебя. Поэтому, если ты поставишь лайк прямо сейчас, для тебя это всего лишь одна секунда, а для меня огромный знак, что я сделал это не зря. Спасибо большое. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. На графиках появилась черная метка биткоина, индикатор которого не было с 2017 года. Последний раз он сигнализировал о завершении бычьего рынка и достижении биткоином пика растущего цикла 2017-2018 годов. Также и в 2014 году он появился практически у самой вершины того булрана. Буквально на неделе этот сигнал снова воссиял уже в апреле 2017 2021 и многие запаниковали, полагая, что этот сигнал обозначил конец этого буллрана точно так же, как в 2014 и 2017 годах. Этот индикатор под названием P Cycle Top появляется тогда, когда 350-дневная скользящая пересекается со 111-дневной средней скользящей. В прошлых циклах это обозначало начало масштабной коррекции и разворот в медвежий рынок. Исторически после сигнала P начинался многолетний медвежий рынок во время которого биткоин терял 80% своей стоимости. Друзья, если биткоин сейчас упадет на 80%, это приведет к цене в 12 тысяч долларов. И это намного ниже, чем предыдущий исторический пик в 20 тысяч долларов. За всю историю биткоина, как видно на графике, следующий растущий рынок больше никогда не возвращался к отметкам предыдущего исторического пика, даже во время самых жестоких падений. Что ж, сегодня я хочу рассказать тебе о своем мнении насчет этого события, о котором в моей телеграм-личке достаточно много сообщений. Кстати, ссылка на мой телеграм в описании под видео, подпишись, если еще не подписан. Но прежде чем я перейду к этому глобальному анализу, который я провел, я хочу показать тебе видео Бенджамина Ковина насчет этого сигнала. Кстати, интересно то, что появление этого сигнала совпало с очередным тестом цены биткоина нижней границы этой логарифмической регрессии который рассказывает Бен. Множество тестов этой границы никак не могут привести к позитивному результату. Биткоин постоянно от нее отталкивается. Я хочу показать тебе несколько очень важных моментов из этого видео, которые обозначают единственный факт биткоину еще есть куда расти в этом цикле этот сигнал показывает локальные вершины или вершины рыночных циклов если посмотреть на всю историю биткоина то мы увидим только три таких сигнала исторически после них мы наблюдали значительные коррекции это около 75 процентов это 85 процентов и это 84 процента Итак, я бы сказал, что есть шанс, что мы увидим локальный пик. Учитывая, что было всего три подтвержденных сигнала, я не могу сказать, что этот индикатор обязательно сработает и сейчас. Лично я не думаю, что это пик этого цикла. Ведь учитывая, что в прошлые разы после этого сигнала были 80% падения, это должно привести нас к 12 тысячам долларам. Я не думаю, что это произойдет. Я предполагаю, что нас ожидают серьезные коррекции, от которых многие люди едва отойдут но точно не до 12 тысяч долларов впрочем здесь может быть не вершина цикла а всего лишь локальный пик есть множество индикаторов которые показывают что есть еще много места для роста биткоина теоретически например моя логарифмическая регрессия верхняя ее граница приведет цену биткоина до 90 тысяч долларов это еще 50 роста есть еще один индикатор под названием bitcoin коридор ковина посмотрите как эта красная линия на находила исторические пики. Четыре раза она сделала это в прошлом. Но прямо сейчас цена биткоина не пересекла эту красную линию. Посмотри, мы все еще не на этой красной линии. Чтобы ее пересечь, биткоину нужно вырасти до 107 тысяч долларов. Вполне возможно, что мы увидим значительную коррекцию от этого сигнала P. Но посмотрите на этот цикл. В нем возникло два таких сигнала. Но первый же не закончил бычий рынок. Цена биткоина не дошла до нижней полосы логарифмической регрессии. Но справедливости ради, солидная коррекция тогда произошла. Так что если мы пройдем через такую коррекцию сейчас, то она должна привести нас к 20-дневной средней скользящей. Это 42-43 тысячи долларов. Интересно также и то, что нижняя граница регрессии стала очень сильным сопротивлением для биткоина. До сих пор ни одна свеча не закрылась в границах этой полосы. Вот почему я не думаю, что этот сигнал P означает конец бычьего цикла. Да, значительной коррекции до 20-дневной скользящей у нас не было с октября, поэтому лично я все еще ожидаю 42 или 43 тысяч долларов. После чего я ожидаю продолжения роста и достижения 100-107 тысяч долларов на пике этого цикла. Я также не думаю, что сигнал P действительно закончил этот булран. Дело в том, что этот булран все же сильно отличается от предыдущих. И фундаментально, и технически. Я не буду говорить о том, сколько институционалов сюда пришло? Сколько компаний помогают принятию биткоина? Сколько платежных сервисов начинают добавлять биткоин? Тот же Venmo и Vework, о которых я сегодня рассказывал. Все это просто слова. Я же хочу показать анализ информации биткоина, который я провел. И который доказывает, что та ситуация, в которой сейчас находится биткоин, никак не похожа на вершину этого бычьего рынка. На локальную вершину возможно, но не всего этого цикла. Итак, начнем с этой диаграммы, которая показывает как изменяются позиции долгосрочных инвесторов в биткоин. Мы видим здесь явные изменения в их поведении. С января 2020 года их торговая активность значительно снижается, как указано с синей стрелкой. Но с середины апреля этот индикатор внезапно начинает генерировать зеленые столбики. Это означает, что большинство долгосрочных инвесторов больше не продают, а наоборот накапливают свои позиции. Видимо, в ожидании дальнейшего роста. Это подтверждает и этот график, которым в Твиттере поделился Documentin Bitcoin 16 апреля 2021 года. Этот индикатор обозначает изменение ликвидности предложения биткоина. И то, что мы здесь видим, это то, что количество институтов и холдеров, хранящих биткоин на долгосрок, увеличивается историческими темпами. Если же мы инвертируем этот индикатор, мы получим еще одно интересное наблюдение. Наблюдение. То, что снижение ликвидности предложения биткоина наблюдается с 2019 года, и сейчас оно находится на уровнях начала 2017 года. Интересно то, что тогда это сопровождалось вот этой масштабной коррекцией, и сейчас мы тоже переживаем эту коррекцию. Но после коррекции мы наблюдали параболическое движение до нового исторического пика. А этот график тоже подтверждает то, что биткоин сейчас не достиг своего пика в этом бычьем цикле. Следующий график показывает нам то, что биткоин фьючерсы долетают до исторических пиков. Общая стоимость открытого интереса по фьючерсам превысила 27 миллиардов долларов. Рост практически становится параболическим, как показывает эта стрелка. Но эту диаграмму нельзя рассматривать отдельно от следующей, которую опубликовал у себя в Твиттере Ян Ян. Интересный выбор никнейма. Только совокупность этого графика и этой диаграммы даст нам полную картину происходящего. Во время крайнего падения биткоина этот индикатор здорово остудился после того, как был сильно перегрет. В настоящее время он достиг уровня, характерного перед очередным краткосрочным взлетом. Как вот здесь, вот здесь и вот здесь. Этими зелеными кружочками обозначены моменты, которые очень похожи на тот, в котором мы сейчас находимся. Фундаментально это предшествует следующей волне роста. Следующие два графика, которые я собираюсь показать, очень важны в контексте этого сигнала Пи, который возник впервые за последние 4 года и обозначает якобы достижение биткоином пика этого растущего цикла. Первый называется ходл волны. Это один из лучших индикаторов. Он позволяет следить за монетами, которые держат холдеры. Чем больше красных цветов на графике, тем выше объем краткосрочного оборота биткоинов. Наименьшее значение краткосрочного оборота обычно приходится на медвежьи рынки. Наибольшее соответственно наоборот. На этой диаграмме мы видим ходл волны с поправкой на реализованную капитализацию биткоина. Не буду вдаваться, что это такое. Исторические максимумы этого индикатора совпадают совпадали с параболическим ускорением роста в прошлых циклах. А это были периоды максимальных продаж биткоинов долгосрочными умными деньгами, как видно по количеству красного цвета. При этом покупали эти биткоины розничные инвесторы с синдромом упущенной выгоды. Так биткоин взлетал перед тем, как достичь окончательного пика растущего цикла. И хотя сейчас и красные, и оранжевые зоны выросли, они все еще и близко не приблизились к пику. 2017 и 2014 кроме этого заметь впервые за всю историю эти пики показывают нисходящее движение даже во время роста цены биткоина это показывает что пика биткоина еще не было ведь активность продаж биткоинов как долгосрочными так и краткосрочными инвесторами снижается еще одна диаграмма которая подтверждает это сейчас у тебя на экране она показывает соотношение рыночной капитализации к средней Времени простоя монет биткоина у финансовых институтов. Этот индикатор может быть использован для определения как пика биткоина, так и его дна. Как видно на графике, места для роста биткоина еще предостаточно, ведь этот пик даже не приблизился к пику 2017 и тем более 2014. -го. Следующий график называется Bitcoin CDD. Он показывает не только объем транзакций, но и то, как долго монеты не двигались перед тем, как попасть в транзакцию. В общем, он обозначает экономическую активность в сети биткоина. Очень странно, что самый большой пик пришелся на 4 декабря 2018 года. Скорее всего, он отображает капитуляцию трейдеров на этом падении. Не повезло тем, кто поддался панике вот здесь и продал все свои монеты. Следующий пик пришелся на локальную вершину в 2019 году. Скорее всего, тогда трейдеры фиксировали прибыли. Но как мы видим, рост до 60 тысяч долларов не спровоцировал очередной пик активности трейдеров. Это очень хороший знак. Давай посмотрим этот же график только за 2021 год. Здесь мы видим, что долгосрочные инвесторы активно фиксировали прибыль где-то на уровне 40 тысяч долларов за биткоин. С тех пор их активность понижается, хотя цена биткоина растет. И еще один график все того же индикатора, только уже в перерасчете не на дни, как перед этим, а на годы. Мы видим, что этот индикатор достиг пика вот на этой вершине где-то в феврале 2018 года. Именно здесь трейдеры фиксировались после того, как биткоин достиг из исторического пика в 2017 году. Именно здесь трейдеры фиксировали свои прибыли после окончательного достижения биткоином своего пика в том растущем цикле. Также здесь видно, что этот индикатор достиг своего дна где-то в начале осени 2020 года и с тех пор постепенно растет. Однако, как видно, текущие объемы продаж сильно отстают от значений в конце 2017 и начале 2018, когда был пик крайнего бычьего цикла. А это значит, друзья, что биткоин сейчас все еще не достиг пика этого растущего цикла. Вывод всего этого видео. P-Cycle сигнал действительно насторожил людей, а многие даже начали паниковать, что вот и конец бычьего рынка. Но, во-первых, у нас слишком мало данных от этого сигнала, всего лишь три подтвержденных сигнала в прошлом. Поэтому мы не можем быть уверенными в том, что он на 100% правдив. Во-вторых, рыночные условия сегодня изменились и не предполагают, что биткоин уже достиг пика этого растущего цикла. Он мог достичь своего локального Пика перед масштабной коррекцией, но затем он может продолжить расти, потому что у него все еще есть место для этого роста. Это мой масштабный ответ на вопрос об этом сигнале, который появился на графике биткоина впервые за 4 года. На этом все, ребята. Очень надеюсь на вашу поддержку. Это видео было для меня достаточно сложным. Если будет хотя бы 5000 лайков, я буду знать, что сделал свою работу не зря. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей, до скорого.